Еще мне расцвела очень красивая лиана. Это не орхидея, конечно, но цветы достойны того, чтобы о них говорить. Это огромные колокольчики. Они душистые. И это лиана. Она будет виться, карабкаться, я так полагаю, на вот эту пальму. Если вырастет, конечно. Я ее посадила из отрезка. Просто отрезала у взрослого растения кусочек. Мне удалось раздобыть. Пьемонтия грандифлора. Здравствуйте всем! Я хочу показать вам одну удивительной красоты растение. Сейчас я нахожусь на улице Брисбена и иду к этому растению. Тут вот растут, они так называются, болотные лилии. Много их растет. Вот так они только начинают цвести. Swamp lilies. У них такой сладковатый аромат. Тут водопад шумит. Он будет создавать шум, я думаю. Ну вот там еще одна есть. И там, по-моему, тише немного. Вот это вторая лиана. Посмотрите, как она цветет. Запах слышен с расстояния. Вот такие огромные колокола. Совершенно фарфоровые. Сколько их много. Букеты цветов.
Ну, все, наверное, уже догадались, где я взяла мою маленькую лианку. Вау. Она такая маленькая и уже цветет. Да, и, кстати, это вообще-то полицейское управление. Как это красиво! Вот сейчас после обеда, и она в тени. Где-то часу дня, вот сейчас час дня, она уже в тени, а утром она на солнце. Чудо. Запах жасмина, я бы сказала. Она пахнет жасмином. Очень сухо. Сейчас весна, но очень сухо. 2 месяца не было дождя. Как они выживают, эти растения? Биомонтия грандифлора. Ну вот, не удержалась я. Отломала еще 3 отрезка таких. Была у меня с собой бутылочка с водичкой питьевой. Эта лиана размножается отрезками. Отрезками с концов веток. Она растет. Она родом из Гималаев, Китая. И даже растет в районах с легким морозом. До 0 градусов может быть мороз. Только в таких краях она теряет листья, сбрасывает на зиму листья. Ну вот. Всем всего хорошего. Пока-пока.